Гей-парад в Киеве закончился беспорядками и задержаниями. Ранены 3 милиционера. Один из них в тяжелом состоянии. Ему в шею попал осколок шашки. Демонстрантам удалось пройти не больше 500 метров. На месте сбора их уже поджидали агрессивно настроенные молодые люди. Они закидали активистов дымовыми шашками и напали на милиционеров. Задержано больше 10 человек. Среди них тоже есть пострадавшие. Всего на акцию пришло около 300 участников. Были и иностранные гости, в том числе из Швеции и Грузии. По окончании марша людям посоветовали расходиться через дворы, так как на улицах может быть опасно. Но и там их уже поджидали. Ждали хулиганы с битами. Милиции пришлось и дальше сопровождать активистов. Ранее о своих планах сорвать марш открыто заявили радикалы правого сектора. Они даже обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием запретить шествие. Уже на следующей неделе США...